Салам алейкум, пацаны! Знаете ли вы, что мы получим более 15 легендарных стенок, также более 10 топовых эмоций, также очень большое количество просто бомбовых скинчиков на оружие, также скинчиков на машину, также много-много всего интересного, что, скорее всего, вы еще не видели. Не переключайтесь! Оставайтесь со мной до конца, сейчас вы увидите очень-очень много чего интересного. Это Гарена Free Fire уже добавила в игру, и сегодня я вам покажу очень большое, просто нереально крутое видеоролик, где я вам покажу много всего крутого. В общем, всем желаю приятного просмотра, для вас я включаю свой топовый свет. Конечно, взамен попрошу максимально поддержать, надеюсь, каждый из вас прямо сейчас поставит лайк. И мы наберем рекорд лайков, подписка на канал, колокольчик, не забывайте нажимать все уведомления, а также, друзья мои, как видите, что как только видите, что у меня выходит видеоролик, сразу заходите, смотрите. Скоро будет очень много всего интересного. Конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там, где я для вас уже, скорее всего, наверное, сегодня или завтра подведу итоги, если мы, конечно, набрали лайки, да, где выберу троих победителей, которые получат по 300 алмазов. Ссылка на мой телеграм в описании. Заходи обязательно, подписывайтесь, друзья мои, не ленитесь. Зашли, нажали подписаться, нажали включить все уведомления. И все, друзья. В общем, поехали. Первое, что хочу вам показать, буду показывать очень быстро. Тянуть не буду, так что все будем смотреть в ускоренном режиме. Поехали. Начинаем с первого. С первого, конечно, это у нас, друзья мои, лутбокс после смерти будет. Второй, также у нас будет находиться лутбокс после смерти, такой же второй скинчик. Скинчики на самом деле все очень-очень бомбовые. Третий у нас получается, это у нас доска. Доска тоже неплохая. Тоже это дощечка у нас тоже. В принципе, это у нас тоже очень много всего с коллаборацией. Тоже у нас дощечка бомбовая. На самом деле доски все офигенные. И все они будут с эффектами. Все с эффектами. И многие даже доски будут с нового пропуска. Вот эта доска вообще прям бомбовая. В стиле акулы, да? Рыбы какой-то. Доска тоже. Вот даже такая простая доска, и она с эффектом. Вот эта доска просто пушка. Тоже эффекты просто офигенные. Это у нас будет доска в стиле какой-то машины, да? Это лутбокс после смерти в виде кубика Рубика, тоже в виде какой-то коллаборации, да, акула тоже лутбокс после смерти, это непонятно, какой-то самурай там, вот, ну это тоже, кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше всего понравится из того, что я вам показываю. Вот это у нас тоже получается, ну, это, конечно, ни о чем, это тоже ни о чем, это уже пошли рюкзаки. Рюкзаки тоже, на самом деле, тут очень бомбовые. Рюкзаки, на самом деле, тоже все с эффектами. И сегодня тоже с вами разберем их, тоже посмотрим. Давайте, первое хочу, что показать, это, конечно, друзья мои, самое главное, тут очень-очень просто яркие цвета на всех топовых наборах. Просто очень яркие цвета. Даже на простых вещах, вот даже простой лутбокс, да, точнее, простой рюкзак зеленый, то офигенно, да, цвет ярко-зеленый. Вообще бомбовый. Вот такой-то смешной утенок. Рюкзак, фига себе, бомбовый. Вот за это лайк, друзья мои. Утенок бомбовый. Да пойдет, хорошо, поехали дальше. Дальше у нас получается будет лутбокс, рюкзак в виде черепа. Ну тоже такое на самом деле. 5 баллов из 10. Также эмоция у нас танец будет. Также скинчик на мотоцикл будет. Скинчик на самом деле на мотоцикл очень бомбовый. Реально очень бомбовый. Я думаю, что очень многие, наверное, тоже захотят себе эти скинчики. Давайте я вам так сделаю, чтобы вам было более-менее понятно видно. Скинчик на машину тоже с эффектами у нас будут. Скинчик на мотоцикл тоже. Эффекты будут в виде трубы, да, там из трубы будет дым выходить. Монстр трак тоже у нас получается со скинчиком. Тоже со скинчиком, с эффектами. Во! Вот это просто бомбовый мотоцикл. Реально очень бомбовый. Скинчик реально очень топовый. Тоже вот за это обязательно поставьте лайк. Также скинчик на машину тоже будет. Белый, любовный, какой-то скинчик любовный. Да? В виде мозаики. Также скинчик будет на пикап. Тоже, ну такой на самом деле не очень. 5 баллов, так, пока не звоните мне. Так, это у нас получается будет типа парашюта, да? Скорее всего, да? Наверное, да. Это также рюкзак будет. Нифига не эффекты сорта вот огонь. Также у нас будет еще один, скажем так, рюкзак в виде демона. Тоже неплохой, кстати. Обычный рюкзак, это скорее всего с пропуска какой-нибудь, наверное, будет. Рюкзак тоже, в принципе, с самурая. Вот этот бомбовый рюкзак, реально бомбовый, да? Вообще топовый. Вот этот рюкзак, я такой себе забрал бы. Реально, респект, за это респект. Это у нас получается рюкзак такой? В смысле такой рюкзак? Ни хрена себе рюкзак. Крутится. Смотрите. Вот это пушечка. Стеночки. Пошли стенки, тоже очень интересно посмотреть с вами повторно. Стенка раз, стенка два. Стенка, видим, у нас какая-то машинка будет. Также стенка номер 3, тоже непонятная,
виде... А, песочная какая-то, песочная стеночка, да, какая-то? Ракушки-то. Во, друзья мои, вот эта стенка очень бомбовая. А она переливается, и там появляется персонаж. Бомбово, да? Это тоже с коллаборацией, друзья. Стенка бомбовая. Также эмоция непонятная, вторая эмоция тоже непонятно не показывают. Это появление в лобби очень бомбовое, кстати, очень бомбовое. Прям просто топовое. За это лайкусичек обязательно с вас. Также у нас получается будет еще одна эмоция. Стрелять, да, с лука. Также у нас получается будет появление в лобби, тоже появление на машине заезжает на такая крутая деваха. Тоже, кстати, эмоция на самом деле очень прикольная. Тоже себе постараюсь выбить, если нам ее в нашем регионе добавить. Тоже реально очень бомбово. Также сам пикап, не пикап, а сам скинчик на машину будет. Такой бандитский на самом деле. Реально очень бомбово. Красный салон. Это интересно. Скинчик на... Подождите, а мне напоминает скинчик с какого-то пропуска вроде бы. Это тоже мотоцикл, тоже с какого-то пропуска мотоцикл, кстати, на самом деле. Завтра я выпущу вам видеоролик про новый пропуск, скорее всего, а эти мотоциклы тоже, скорее всего, с пропуска. Не знаю. Ладно, пока, завтра будет все видно. Также, друзья мои, новое оружие. МП-40, любовный МП-40 с розочкой. Тоже реально очень бомбовый. Статистика тоже, вы видели, да, статистику тоже неплохая. Вот, реально, очень-очень. Также, друзья мои, кулаки. Мы тоже сможем получить бомбовые кулачки, тоже неплохо. Также получается граната. Граната вообще тоже пушка. А при взрыве там появляется клоун. Это с новой не с новой коллаборации, а с нового события клоуна. Так, граната у нас будет с коллаборацией какой-то, да, тоже в виде акулы при взрыве. Также у нас получается будет еще одна граната, скорее всего. Да, будет граната. Да, еще одна будет граната. Обычная, взрыв обычный, без эффектов. Ну, такая на самом деле. 1 балл из 10, наверное. Также еще один скинчик будет. Но тут скинчик при полете гранаты. Нормальные, а так взрыв, в принципе, обычный. Тут, скорее всего, тоже обычный взрыв. Также еще одна стеночка с эффектами уже. Уже с эффектами тоже, в принципе, неплохая. Также стенка, как всегда, ну, я, наверное, многие, наверное, да, знают, что я выпускал стенку в виде, да, клоуна, тоже неплохая, показывал, точнее. И вот, повтор вам показываю. Также стеночка обычная, тоже непонятно в честь чего. Стенка в виде фотоаппарата. Какая-то необычная стеночка. На самом деле, стеночка необычная. Ну ладно, пойдет. Если на халяву, то вообще будет бомба. Также скинчик на дробашек. Вот это да! Также у нас получается, у нас будет скинчик на пистолет, скинчик на АЦ-80, да? Это за получение мастера в ранге, да, или бить отрезов. Также мачете, также у нас получается, тоже с эффектами будет мачете, неплохо. Также катана. Катана тоже неплохо, нормально. Заберем. Катана нам нравится, забираем, оставляем. Также тоже будет у нас получается, тоже мачете какая-то непонятная, но эффекты реально пушечные. Прям пушечные, вот ее нам нужно обязательно забрать. Вот это вообще на самом деле очень годный меч. Просто посмотрите, что за сказочный меч, как будто он из шарика сделан. Также сковородочка тоже к новой коллаборации тоже будет. Также получается у нас будет еще новая, скорее всего, бита, да, вот она. Бита, а что подвисаешь? Алло, не подвисай, алло, очнись. Новая бита у нас будет. Тоже с эффектами. Также у нас получается будет еще одна бита, но обычная без эффектов. Ну, раскраска, в принципе, неплохая. Вот, вот, бомбовая, друзья мои, прям пушечная коса. Прям реально эффекты просто завораживают. Вы только посмотрите, что за пушечные эффекты. Реально, тоже заберем. Вторая коса еще одна, тоже которая, в принципе, неплохо смотрится на персонажа, да? Реально, тоже заберем, тоже пойдет ножик с эффектами, друзья, ножик с эффектами, тоже заберем, получается, гитара, кто гитарист, поставьте, пожалуйста, плюсик в комментариях, я гитарист, потому что я на гитаре всегда учился, хотел научиться играть и не получилось. Это получается появление в лобби, я уже показывал, да, появление в лобби. Скайдж, да, это будет, а, там еще скайдж будет, скайдж, да, скайдж, это когда летишь, с самолета вылетаешь, то, в принципе, неплохо, вот. Также у нас получается, что это у нас еще будет. Но, да хорош показывать, алло, все мы поняли. Так, скинчик на новое оружие, Берзон, тоже нормальная статистика есть. Также новый нож, без эффектов, конечно, но пойдет. Халява, наверное, будет. Также новый АВМ, друзья мои, АВМ оружие. Статистику видите внизу, нажимайте на паузу, переводите, если вам нравится, если вам надо
Первый скинчик у нас будет красный, самый, конечно же, бомбовый и самая годная статистика. Также у нас будет второй скинчик, это у нас зеленый, тоже статистика внизу вы увидите, да, тоже переводите, если вам надо, и смотрите, потому что я с английским вообще не дружу. Также скинчик у нас тоже будет, у нас получается 4 скинчика, да? Да, 4 скинчика у нас будет на ВМ, скорее всего. Это третий, четвертый, 5 скинчика будет, 5 скинчик. Тоже статистика внизу вам видна, да? И еще один скинчик, 4 скинчика. Также XM8 тоже, дамаг и ранг. Скорее всего, дальность и 2 дамага, 2 урона. Также скинчик на УЗИшку, тоже, в принципе, неплохо. УЗИшка нормально пойдет. Скинчик на АУК, тоже статистика у вас вся видна. Статистика на АУК. И также у нас получается скинчик на М24 на снайперку. Тоже неплохо, офигеть. Сколько всего интересного, да? Согласны, друзья? Много всего интересного. И также, скорее всего, скинчик на дробашек. И на этом, скорее всего, наверное, все, да? А еще скинчик на лазерную пушку. На лазерную пушку тоже, в принципе, лазерная пушка мне очень нравится. И, конечно же, получается, жетоны нового инкубатора. Да. Ну, друзья, в общем, я считаю...